Друзья, добрый день. Сегодня у нас рубрика «Инбоксинг». Ну, то есть, открываем посылки, но не просто открываем посылки, но и также постараемся сегодня применить то, что в этой посылке. Опа! Это посылка от Сергея Ершова из Алексина города. Маленькое предисловие. Есть у меня теперь новая система, работающая на 24 вольта. То есть солнечные панели и ветрогенератор заряжают 24-вольтовые аккумуляторы. Всем известно, что необходимы в таких вот конфигурациях 2-4 аккумулятора, ну 24-48 вольт, балансиры. Они нужны не только для лития, это для новичков, которые слышали только о литии. Нет. Таких в обычных свинцовых, гелевых, автомобильных, с жидким электролитом, со сгущенным электролитом, аккумуляторах также необходимы балансиры, чтобы оба аккумулятора были одного напряжения. Для того, чтобы балансировка производилась в режиме как заряда, так и разряда, не только в режиме покоя, есть активные балансиры, это которые переправляют энергию из одного аккумулятора в другой аккумулятор. И если, предположим, у вас аккумуляторы в режиме покоя, соединенные в 24 вольта и пусть даже имеющие хоть какую-то нагрузку там, в виде дежурного режима контроллера, либо дежурного режима инвертора, аккумуляторы могут быть одного напряжения. И левый там, и правый аккумулятор. Но в момент заряда, подачи мощности заряда, да, один из них может убегать либо вверх один, либо вниз другой. Ну, я думаю, вы это поняли. Вот для этих целей, чтобы в режиме заряда и разряда большими токами хоть как-то скомпенсировать вот это плавание, необходимы активные балансиры. Думаю, это вы поняли. Так, значит, дальше это была присказка, теперь, в общем, по фактам. Я заказал на AliExpress балансир, вот такой, сейчас вот вы видите здесь. Он стоил, хоть и скаканули цены, скаканул доллар, он стоил так же, как стоил и до подорожания. Я думаю, о, надо брать. Плюс еще там было написано доставка из Российской Федерации. Но я его заказал, оплатил. И когда мне прислали трек-номер, который был просто, наверное, номером телефона какого-то, и то там всего лишь 6 цифр, и когда исчез продавец, я понял, что, в общем, это развод. Деньги я верну, главное не профукать момент спора, открытия. Но не в этом суть. Я уже думаю, ну ладно, придется покупать не по 1000 рублей этот балансир для двух аккумуляторов, а куплю я его за 2-2500 рублей. И тут я получаю письмо на электронную почту. Пишет мне Сергей и говорит, что он установил себе литий, купил для него балансиры для лития, но у него есть свободные 3, получается, балансира. Давайте я сейчас открою посылку и продолжу. Итак, открываем посылочку. Здесь у нас две коробочки. Открываем первую. И что мы видим? И мы видим два балансира для 24-вольтовой системы. Вот такие вот. Это модель HA01. Вот. И вторая коробочка. Здесь вообще он еще даже упакованный. Здесь у нас еще что? А здесь балансир для 48-вольтовых сборок. Вот такие вот подарочки мне прислал Сергей. Причем это реально подарки. Я ему говорю, давай я денег отправлю. Один хотя бы куплю или там два. Пусть даже по ценам до скачка доллара. Нет, он говорит, не надо. Хочу сделать как подписчик тебе добро. Вот, друзья, мораль всей басни такова. Там меня обманули. Но Бог послал мне другого доброго человека, который мне троекратно
помог от того, что я вообще ожидал и хотел. Сергей, еще раз тебе большое-большое спасибо. Я думаю, мы с тобой все равно зачтемся. Сейчас сезон варенья пойдет, и я тебя отомщу. Вот, сейчас идем ставить этот балансир на аккумулятор и посмотрим, как разбегаются, казалось бы, новые и, возможно, просто не из одной партии аккумуляторы. Сейчас я отключил полностью все нагрузки, и аккумуляторы стоят в холостом ходу. То есть нету ни прихода энергии, ни расхода. Давайте померим сначала напряжение. На одном 13, 17, 16. Так, и на другом 13, 10. Уже видите, расхождение есть в режиме холостого хода. Так, давайте сейчас включу я приход энергии от солнца. Так, начал раскачиваться аккумулятор. Вот, ну он был заряженный, стоял. Так, 8 ампер. Давайте просто приход. И причем такой, небольшими токами. 8 ампер всего. На одном 13,83. И на другом 14,37. Видите, насколько начал убегать один аккумулятор. Причем, казалось бы, все, вот этот аккумулятор уже заряжен. И его не надо заряжать. А вот этому еще есть куда заряжаться. Но суммарно они уже могут давать команду контроллеру остановиться зарядки. Вот, видите, какая разбежка новых, но не из одной партии, конечно, аккумуляторов. Так, сейчас давайте нагрузим аккумуляторы забором энергии. Сейчас дадим вот сюда нагрузку, чтобы он забирал, ну, хотя бы 700 ватт грид с аккумуляторов. Вот, смотрите, видите, все, пошел забор 700 ватт. Ну, на киловатт я обогреватель включил. Так, зарядка идет на 9 ампер. У нас облачная погода сегодня. Давайте посмотрим, как сейчас разбежка идет по аккумуляторам. 12,6, а на другом 12,50, 4,53. А, ну, может, давайте вот сейчас 51, 12,51. Ну вот при разряде вроде как адекватно одинаково забирается энергия. А вот при заряде, вы видели, вот этот аккумулятор дальний, он берет больше энергии, по напряжению точнее, он больше, чем вот этот. Так, сейчас ставим балансир. По моему опыту еще хочу акцентировать внимание на том, что у балансира есть инструкция по подключению. И прошу вас ее соблюдать. Порядок подключения проводов. Смотрите. Первым подключается черный кабель. Негатив. Вот написано. Потом подключается красный кабель. Плюсовой. И только потом подключается белый кабель. Центральный. Видите? Есть цветовая маркировка. Почему именно так? Смотрите, первый момент. При неверном подключении, порядке подключения, первое, он не балансирует, начинает гореть одна из лампочек, и она просто горит, и все. И вот в таком режиме непонятном, то ли ожидания, то ли постоянного перелива. Второй момент, один такой балансир, человек подключал, ну, сам решил он подключить, сказал, да что там подключить, туда-сюда. Вот, я ему сказал, что только обязательно смотри за последовательностью подключения. Ну, в итоге он мне позвонил и сказал, Михаил, балансир щелкнул. Прям щелкнул и задымился. Поэтому вот порядок подключения кабелей очень-очень важен. Как для безопасности устройства, так и для правильной его работы. Смотрите, вот сейчас режим покоя. Нету перетоков ни влево, ни вправо. Давайте сейчас включим приход энергии от солнца. И смотрите, хоп, видите, сразу замигал балансир. То есть сейчас он пытается скомпенсировать перебор по одному аккумулятору и перекинуть его в другой. Давайте сейчас пусть аккумулятор постоит, подзарядится. Как вы видели, в момент зарядки было напряжение вот на этом дальнем аккумуляторе больше, чем на этом ближнем. И при этом зарядка уже останавливалась, потому что суммарно они выдавали верхнее зарядное напряжение. Хотя у одного было оно больше,
настроенного, а у другого меньше. Сейчас через какое-то время под мощностью зарядки это все дело отбалансируется и посмотрим. Так, давайте сейчас проверим напряжение. Значит, 14 вольт на одном и 14,2 на другом. Но обратите внимание, смотрите, там, где было больше напряжения, оно сейчас, у меня выставлено 28,1 в сумме. И вот тут получается, что вроде при сумме двух аккумуляторов это 28,1, но один из них больше, а другой меньше. И причем, видите, на том большом аккумуляторе напряжение потихоньку становится меньше. А на том, которое было меньше аккумулятор, напряжение потихоньку становится больше. Было 14, стало 14,2. Ну все, ждем еще. Приборчик пока что, видите, мигает, показывая, что производится балансировка. Вот так хорошо закончился момент с этими балансирами. В одном месте потерял, в другом месте приобрел. Сергей, еще раз тебе большое спасибо. Не знаю, ну мне кажется, тебя мне послал Бог. Всем пока. Буду дальше выкладывать видео по мере каких-то новых событий в моей солнечной электростанции. Подписывайтесь, кто не подписан. Ну и поставьте лайк, мне будет приятно. Пока.